Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft, and other equipment in forest and swampy area where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Вообще, смотри, с номерами еще. Номерной. Прикольно. А тут, конечно, жалко, стекла нету, раздавили. Не натирай, мало ли там. Но... Тебе вообще овеличку, подожди, не натирай, мало ли что вылезет там. А, ну там красиво рисовано. Там и курица может быть. Накажи. Если это можно? Пожалуйста, конечно. Так, глазами-то не увидеть, возможно, камера немножко увеличит. Она будет дома потом поглядеть. Что-то там просматривается. Надо в пакетик как-то тебе завернуть его. Вот она, да, вот она, я расколол ее. Пивная с надписями. Не выдергивай, раскопай просто. Давай. Вот. Там, может быть, подшлемник-то есть? Есть, подшлем. В песке, может, и будет сафран. Ой, блядь, еще и маленького размера. Ты посмотри. Нормальный, да? Сейчас он еще и бедный. Он еще и с кожей. Подшлемник, да, там, может. Да, он уставший так-то, подшлемник. А так, по кислоте-то песочный. Да, смотри, какого пирата. 35-ка. 35-ка же, да? А надо смотреть по другим, нет, по этим. По люверсам. Гигантская, просто потрясающая находка у Вована. Че ты там? Фотоаппарат, ребята. Ганс, фотография. А там с пленкой он? А ему все, каюк, он разлетелся. Это вообще не фотик, мне кажется. Да фотик, нет. Вот они, вот, все. Ну да, и вон эти. Чистой воды фотоаппарат. Что-то его расперло. Так сырость. Вон, смотри. Вот, да, кассета вставляется, вот перематывать. Ты это подожди, тоже найдешь специалиста, мало ли он с пленкой. Может, шанс есть. Там пленка, во-первых, она основная пленка, она, да, в кожухе там. Да. Стан. Пошел подъем. С золотом Третьего Рейха. Ну как ничего делать? Слушай, ну я могу сказать, сохран-то... Ну, чё смеяться-то? В принципе, надо обстучать. Конечно. Не, он чем-то. Он целый. Так посмотри, сохран-то. Там алюминий внутри, который стоит, он вообще защитил то, что там в нем лежит. Вован у нас кураж ходит и не останавливается нифига. Просто выбрасывает. Ну, надо и все. Вот фляга выскочила. У него целая, слегка помятая. Но сохран. '39 год. Так хламец продолжает эти бутылочки, батарейки. Какая банка выскочила. Продолжаю вытаскивать ломаную пластинку для патефона. Штык советский. Газбак еще был. Шикарный сохран. Давай, я вижу его. Красавчик. Слушай, красавчик. Это... Он просто, видишь, он стремится быстрее выкопать, идет ко мне туда, копает неаккуратно уже. Конечно, он взял, засадил ему. Вот. Кто ж тебя гонит, и кто у тебя заберет-то его? Нет, это подъеденный. Тоже такой же шикарный. Да такой же, нормально. Мне вообще блестит. Да. С краской с той стороны, сверху которой. Ну, это да. Верховой, да и там вылезет, пощавелить нормально будет. Вон топорик есть хороший, острый, ну, если что. Он, да, он сейчас, он сам, он, да, открывается. Тук-тук. Ты там аккуратнее с серебром-то. Да. Такой, да. Подстуклую.
Ну, все вообще умерло. Угу. Конечно, я-то думал, тут сохран. А он горелый. Я-то что, думал. Все, нету там крестов? Нету, нет, серебра, да нету, царского крестов, серебра ничего, нету. Все, опять разочарование одни, ну. Вот его лицевая сторона. Кнопочка, видно, открывалась защитная дверца, и объектив выдвигался, да. Тут вот на петельках внутри просматривается. Сюда фотограф смотрел и наводил объектив. Тут кнопочки. Здесь открывалась задняя дверца. Вот здесь отсюда планочка была здесь. Так, наверное. Да подтемнело, что-то закрыло солнце и подтемнело сразу же. Ну хоть может. Плюс пасмурно, да, стало. Так, здесь у нас бутылочка, к сожалению, лопнутая была. Что это? Пиарну, да? Ну. Ну, пару кассонов неплохих. Так. На деревянных полочках стояли, не просто сброшены, а поставлены. Тут же рядом с ящиками еще мина противотанковая вылезла, немецкая. И там же под ящиками вода прет. Вначале не понял, думал целлулоид какой-то. А там хрен из два. Охренеть, охренеть. Это линейки. Какие-то упаковки, что ли, были. Это линейки. Такую вот алюминиевую находил. Квадрат такой, линеечку. А тут тоже на латунную находил подобное. А тут такая вот она. Ого. Немецкая, да. Сейчас намою. Надписи, таблица. Ты вообще я ни разу никогда не видел. Интересно. Наверное, артиллерийские какие-нибудь линейки. Камера все это взяла. Все в надписях, блин. Где чтобы видно-то было?
Немецкие линейки. Надо эту ячейку будет потом докопать. Уже все, закругляемся. На сегодня хватит. Хорошо покопали. Так. Сигналы с этой ячейки идут. Или минометная позиция какая была. 50-миллиметрового миномета немецкого.